Наталья Владимировна еще в школе решила, что станет врачом. Получив аттестат, поступила в медучилище, потом закончила институт. И вот в женской консультации Одинцовской ЦРБ уже 32 года работает акушер-гинеколог не только по профессии, но и по призванию. Зарождается новая жизнь. Это вот отмечаешь, как растет этот срок беременности, как беременная, она вот преображается, к концу беременности она готовится. Очень приятно наблюдать за этим процессом. Потом она уже приходит с малышом, показывает нам, очень отрадно видеть, какое получилось произведение. В зале волейбольного центра в профессиональный праздник собрались врачи, медсестры и другие работники системы здравоохранения Одинцовского района. Те, кто искренне любит свою профессию и готов исполнять свой профессиональный долг, несмотря ни на какие трудности. А последних в системе здравоохранения становится все меньше и меньше. В Одинцовском районе действуют сразу две программы по поддержке медработников – региональная и муниципальное. Правительство Московской области финансирует масштабную комплексную программу преобразования в здравоохранении. Губернатор предусмотрел повышение заработной платы, систему льготной ипотеки, возможность повышения квалификации врачей и многое-многое другое. Мы тоже, как муниципальные власти, не будем стоять в стороне и будем и дальше помогать и в ремонте, и в оснащении, и в больнице, и поликлинике. На работу в Одинцовские медучреждения приходит все больше специалистов. Только в минувшем году были привлечены 104 профессионала. В 2016 году нам удалось привлечь в район дополнительно 104 специалиста. Это 55 врачей и 49 медицинских сестер. Кстати, Одинцовский район по приросту медицинских работников является лидером Подмосковья. Идет ремонт больниц, амбулаторий и поликлиник. Модернизируется их оборудование. Достижений в области медицины в Одинцовском районе много, хотя, безусловно, еще есть над чем работать. Ну а на календаре праздничный день. Самое время сказать слова благодарности тем, кто помогает нам поддерживать здоровье в хорошем состоянии. Вы все достойно справляетесь со своей работой. Каждый из вас принимает сложные решения, спасаете людей, ставите многих на ноги, возвращаете многим радость жизни. Да еще и параллельно с этим тянете огромную рутинную бюрократическую бумажную работу. Праздник завершен, и совсем скоро виновники торжества займут свои рабочие места, чтобы продолжить непростую борьбу за жизнь и здоровье пациентов, от которых даже в профессиональный праздник не всегда можно услышать добрые слова. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».